на суток. Колечко. Хотел работать, по-моему, предоставил. До свидания. До свидания. Лежу спокойно. За что задержан? Строитель, блядь. Ну, дом какой-то. Пока не пойму. Фотка на свой, знаешь. Потом фотки передавать. Ну, сейчас. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, лишение свободы на срок до 4 лет. Расследование уголовного дела продолжается.